Всем-всем огромный-огромный привет! Хочу показать посылку, которая ко мне сегодня приехала от моей подружки, от Оксаночки Александровой. Ксюша, спасибо тебе огромное! Посылка была просто великолепная, шикарная. Я не просто так решила снимать ролик руками, а не сама в кадре. Дело в том, что Оксана прислала не только мне, но и моей сестре даже подарки. И так как посылка была не только мне, мне хотелось ее открыть лично с Оксаной. Поэтому я снимала свое открытие на камеру для Оксаны. Ну, хоть наболтались мы, как мне кажется. Ну, давайте я покажу вам то, что мне прислала Оксана, потому что мне очень-очень хочется этим поделиться. Посылка была просто шикарная. Было несколько косметичек, все было так красиво упаковано. Ну, я, конечно, уже так, как мне удобнее, разложилась. Первая косметичка стоит перед вами. Это от Mary Kay. Вот такая классная, большая. Вот смотрите на фоне моей руки, какая она огромная. Просто вот вау, какая хорошая косметичка. Замечательное хранение для уходовых средств. И давайте я вам покажу, что же мне прислала Оксана. Наверное, начну с высоких предметов, чтобы было удобнее расставлять. Максимке радости не было предела, когда он увидел вот такую раскраску «Маленький принц». Эта раскраска идет по мотивам именно вот этой сказки «Маленький принц». Максимка очень любит эту книгу и с огромным удовольствием будет раскрашивать своих любимых персонажей. Оксана вот реально угодила. Ну, Оксана знает, что угодила, потому что Максимка ей уже личное спасибо сказал в нашем том ролике. Вот такая вот книга. Я уж сама радовалась больше Макса, наверное. Следующее. Так. Давайте покажу тоже бумажное. Вот такой шикарный бизнес-блокнот с цветами. Он так сделан, знаете, красиво. Тут типа марки с бабочкой. Вот так оформлен. Прям какой-то, знаете, он нежный, девчачий. Тут такие вот голубые клеточки. Есть место для даты. И есть место, ну, для каких-то, может быть, специальных там более важных записочек. Вообще очень хороший, замечательный блокнот. Его можно даже на неделю разбивать и делать ежегодник такой вот со всякими красивыми наклеечками. Ну, вот как сейчас многие любят оформлять. Блокнот был не только мне, но и Максимке. Вот такой красивенный кошачий блокнот. Смотрите, какое чудо. Макс так обрадовался, когда увидел этих трех котов. Снимаю, к сожалению, одна посылку, потому что Максимка спит. Сейчас 12 ночи. Мы с ним проделали уроки до 11 вечера. И пришлось мне снимать одной. Вот такая вот красота. Он на пружинах. И вот такие в клеточку листочки. В общем, нашему кошатнику самое то. Вот такая открытка ко мне приехала. Тут написано «Спасибо, что ты есть в моей жизни». Такие красивые женские ручки, цветы. И даже есть слова. Некоторые люди приходят в нашу жизнь, касаются наших сердец и меняют нас навсегда. Такие люди, как ты. Спасибо тебе за это. Пусть каждый твой день будет счастливым. Спасибо тебе, Ксюша, огромное за такое прям чудесное пожелание. Прям очень приятно. Супер. Была вот такая брошюрка. Это от Mary Kay. Очень красиво, кстати, оформлено. Так прям гладенько тут. Тут все об ароматах Mary Kay. Просто мне Оксана уже присылала вот именно вот этот аромат раньше. И сейчас прислала два аромата от Mary Kay. И теперь я хотя бы могу
тут их найти и зачитать и самой для себя, и для вас, какие же ноты входят в этот аромат, в эти ароматы. Ой, я такая довольная. Так, ну, давайте покажу гель для душа. Это то, что я сейчас просто обожаю. Земляника и я сейчас неразделимы. Цитрусы у меня остаются в любимчиках. Это да, но земляника — это просто вау. Обожаю землянику. Очень люблю землянику и у Фаберлик, и у Ив Роше. Очень мне нравится детская земляника. Вот я вам показывала в пустых баночках. В геле для душа ягодный шторм. Там миньоны. Вообще классный тоже аромат. Оксана, спасибо. Кто-то говорит, 400 мл не справится. Мне кажется, этого мало. Его прямо хочется выпить. Настолько он классный. Прямо супер. Какой аромат. Ну, давайте я уже тогда ароматы и покажу. Первый аромат, который ко мне приехал от Оксаны, я его уже нанесла на запястье и ношу. Ну, я не знаю. Ну, часов 6, наверное. Хотя я несколько раз мыла руки, но я его до сих пор ощущаю. Вы знаете, такой аромат интересный. Для меня это как... Вот такой красивый. Как какой-то взрыв эмоций. Яркий он такой, какой-то девичий, мне кажется. Искрящийся, вот солнечный, как этот флакон. Причем флакон, смотрите, какой интересный. Не знаю, вам видно или нет, он стоит под углом. Как будто наклонился, знаете, ветром дует, и вот он наклоняется. Вот точно так же этот аромат и звучит. Я немножко говорю в нос, потому что я болею. Мне очень больно глотать и стреляет в ухо. Поэтому я саму себя иногда так слышу внутри себя. Давайте я прочитаю ноты. Я теперь умная, у меня есть хорошая брошюрка. Как я поняла, это парфюмерная вода Velocity. Вот, смотрите, какое описание. Перевернуть мир с ног на голову. Вот он тут так вот нарисован. Ярко-цитрусово, как я люблю. Ваше восхищение природной энергией выдает вас творческую, искрометную натуру. Velocity для энергичных, креативных, находчивых женщин, наслаждающихся каждым моментом и с надеждой глядящих в будущее. Ну, это, конечно, про меня. Категория фруктово-цветочная. Верхние ноты – цветок банана, зеленая тропическая орхидея. Ноты сердца – клементин и лепестки белой азалии. Базовые ноты – ягоды ежевики, цветы бальзового дерева. Вот такие вот. Ну, богатый, достаточно богатый букет. Ну, понравился мне этот аромат. Пока мой нос еще чувствует ароматы. Ой, вообще наслаждение. Кто не любит цитрусы, вам не понравится. Это вот свежесть, это взрыв, это ветер, это брызги моря прямо, я не знаю, утренняя прохлада. Это вот все вот этот аромат. Сейчас Оксана подумает, и чего я ей ее подарила, эту водичку. Я часто описываю так, что девчонки мне говорят, слушай, я этот аромат не люблю. А ты так описала, что как будто это и не он. Ну, вот так я его слышу. И второй аромат Оксана мне прислала. Это, кажется, Элиш. Вроде бы так он называется. Сейчас я на себя... У меня еще одно запястье есть. Еще раз нанесу. Ой, какой он вкусный. Это вообще, это женственность. Если вот это взрыв эмоций, это вот девичество какое, девичество, как правильно сказать, то это женственность. Ну, давайте посмотрим, что здесь написано о нем. Вдруг я не угадала. У меня искаженное, может быть, впечатление. Так, покоряя без слов. Этот аромат является неповторимым букетом, воплотившим лучшие женские черты. Яркость, чувственность, энергию и таинственность. Элиш – аромат для элегантных, утонченных и романтичных натур. Уникальный стиль которых является формой самовыражения. Ну, это тоже я. Женщина, она же загадка, да, она всегда разная. Это я с утра, это я к вечеру.
Так, категория восточный аромат, верхние ноты пион, фрезия, амазонская лилия. Ноты сердца: тубероза, иланг-иланг, жасмин. И база: амбра, ваниль, бобы тонга. Ну, этот аромат, он насыщенней. Здесь уже нет никаких цитрусов, тут цветы. Действительно, вот эта восточная какая-то нота. Но он красивый, это женственность. Это вот прямо раскрытие женской натуры, сущности. Я не знаю, ну очень красиво. Вот тут вот, как на иллюстрации, вот он такой. Томность какая-то, вот я не знаю, такой вот. Прям вау. Вот такая замечательная у меня теперь есть книжечка-подсказочка. Давай тут сюда, я тоже для картинки. Дальше. Давайте, позитива. Это уже про моего Стёпу. Я всегда в центре праздника. Вот такой наглый кот. Сейчас я обниму камеру. Вы посмотрите, что у него там в подарках. И сосиски, и золотая рыбка тут с бантиком. Ну, это вообще Стёпа. Вот такая вот красота. Давайте кота здесь оставим. Будем на него складывать подарки. Так, от Mary Kay тут не просто так присутствуют продукты. Оксана занималась Mary Kay, она хороший такой со стажем консультант. Сейчас я кое-что отложу, чуть-чуть вот сюда, я потом покажу. И она мне прислала вот такой набор, там TimeWise, вроде бы так он называется. Здесь два средства, в одном 70 грамм, в другом 29. Давайте посмотрим, как это смотрится. Вообще коробка, я хочу сказать, на высоте упаковки у них. Это просто супер-пупер. Они такие, знаете, чувствуете, жесткие. Вот так это все упаковано красиво. Да еще, смотрите, прямо видно вам, блестит. Так, прямо классненько. Так, давайте вот так поставим. Не выпадет. Я люблю спецэффекты-то устраивать. И сейчас я тут на русском языке заранее нашла, все загнула. Улучшенная система для пилинга лица TimeWise. Обновляющий пилинг и сыворотка для сужения пор. И обещают безупречную ровную кожу. Сначала пилингуете, потом сывороткой все это дело наносите. И подходит эта система от сухой до жирной кожи. Вот так. Надо применять 2-3 раза в неделю. Не чаще 1 раза в 2 дня. Вот. Сначала наносим пилинг. Деликатно массируем 1-2 минуты. Смываем. И потом сыворотку. Ну и тут написано от детей прятать. Ну это логично. Но я от Макса прятать не буду, он у меня уже мальчик большой, не съест. Вот такая вот классная вообще система. И система у меня была не одна, а две. Вторая была для моей сестренки Кати, которой я сегодня сообщила, что ей пришли тоже подарки. Давайте я Катину в сторонку, ну не отдала. Так что, Оксан, дразню я свою сестренку дальше. Она тебе огромнейшее спасибо передавала. Просто в восторге была. Хочу показать еще одну красивенную коробочку. Вот она такая тоже жесткая. Вот такая вот она классненькая. Тут тоже. А, в этой коробочке приходили средства. Я вам просто похвасталась красотой этой коробочки. В ней были тоже сложены некоторые средства, которые я вам буду сейчас показывать. Ну, коробочку я так вот положу, чтобы она тоже радовала глаза. И будем на нее тоже складывать. Первое, это была от Мэйтан восстанавливающая ночная маска для лица. Я ее еще не открывала. Оксана мне про нее рассказывала сначала, а потом взяла и приобрела, и прислала. Ну, давайте вместе ее откроем, если я, конечно, справлюсь. Да, справилась. Все зафольгировано. Ночных масок у меня не так много.
Единственное, вот чуть-чуть как бы в пути помялась коробочка. Но это совершенно не страшно. Маска выглядит вот так красиво, коричневенькая. И вот такая она, беленькая. Вот. Тут даже есть инструкция. Так. А, тут даже не инструкция, тут реклама. Реклама других средств, которые есть в этой системе. Вот. Тут 4 и там 3. Крем интенсивный, крем для лица, крем для век, тоник, сыворотка, и вот маска, и тканевая еще маска. В общем, вот эта маска, восстанавливающая ночная маска для лица. Ой, закружилась. Обладает высокой антиоксидантной активностью, замедляет процессы старения кожи, эффективно разглаживает микрорубцы, осветляет пигментные пятна и следы постакне. Восстанавливает поврежденные участки кожи. Пока вы спите, маска активно борется с такими проблемами кожи, как расширенные поры, тусклый и неоднородный цвет лица, чрезмерная сухость кожи. День за днем ваша кожа становится, преображается. Ой, какая красота! Я ее хочу. Я ее сегодня на ночь пусть борется. Что она зазря ехала, что ли? Так что сегодня будет бороться активно эта маска со мной. Нет, не со мной, со взрослением моим. Так, от Maytan, смотрите, еще какое чудо приехало. Это крем тональная основа, вот он как называется. Обеспечивает ровный тон кожи, маскирует недостатки, питает, увлажняет, защищает от негативных факторов внешней среды. 80 грамм. Ух ты, давайте я вот так покажу. Кому интересно. Кто устал, поставьте на паузу, за чаем сходите. У меня еще много, я долго буду показывать. Я еще почему близко решила показывать. Будет много декоративки, а декоративку интереснее смотреть с близкого расстояния. Так, сейчас я... Как тут разорвать-то бы? Не получается. Вот зацепила. Все-таки, кто говорит, слишком длинные ногти, плохо? Ничего не плохо. Смотрите, как хорошо справляюсь. Ой, смотрите, как красиво. Видите? Как блестит. От упаковки тоже много зависит. Вот оно. Вот такое вот. Такая заглушечка сверху. И вот он, собственно, сам крем. Так кажется светлым. Но он подстраивается. Смотрите, даже можно так побольше попробовать. Замечательно подстраивается. Подсвечивает. Это не матирующий, это увлажняющий крем. Могу ошибаться, но и очень приятный аромат. Классно. Ровный тон, питает, увлажняет, да, вот. Классно, я рада. Прямо очень нравится. Тоже чуть-чуть помялась коробка, но это не страшно, я ее все равно выкину. Ой, давайте я вам покажу, что находится в этой баночке, в этой коробочке. Это такое чудо. Это моя мечта. Я года 4 назад, когда занималась Мэри Кей, ну, занималась я года 3 назад, а вот года 4 назад я ходила на мастер-классы и увидела вот такое вот средство. Вот сразу не догадаетесь ни за что, что это такое. 3 в одном написано, тоже вот эта система Time Wise. 141 грамм. Сейчас я вам покажу, что это. Вот такое чудо. Это мыльница. И в ней находится вот такой кусок мыла. Ну, мыльница потом еще и останется.
это мыло и пилингует, и очищает, и отмывает. Оно и для лица классно. Оно вообще просто супер какое классное. И насколько я знаю, это очень дорогое средство. Я его себе позволить так и не смогла. Оксана, спасибо мне, мыльному маньяку, такое чудо, да еще и в мыльнице. Это вообще, это просто вау. Не знаю, куда поставить. Или давайте я вот сюда вот мыло, а коробочку так и оставим здесь для красоты. Мэри Кей рулит. Так. Давайте покажу вот эту красоту. Вот такая звезда ко мне приехала. Смотрите, какая зима красивая. Прямо город и снег сыпется. Это от Ахмат чай. Вот. Видите, там пакетик. То есть потом эта коробочка останется нам, чтобы можно было бы туда засыпать еще чай. Черный байховый листовой с чабрецом. То, что я очень-очень люблю. Черный чай с чабрецом. Особенно с мюсли. Вот для меня чабрец и мюсли. Диетические вот эти вот. Очень вкусно. Так что вот такой чай, Оксана. Спасибо. Дальше. Ну давайте еще одно мыло покажу. Вот такое ко мне приехало. Краснодарское мыло с ароматом ландыша. Оксана у нас девочка из Краснодара. Живет она в Новом Уренгое, совсем в холоде. Но сама она девчонка с Краснодарского края. Вот. Вот такое мыло с ее родины. Летом она отдыхала там. Я вам рассказывала, как мы с ней путешествовали вместе. Прямо с Уренгоя ездили в Краснодар на машине. Трое суток ехали. Я даже устала. Ну, я шучу, конечно. Оксана устала ехать на машине трое суток. А я просто смотрела ролики, она мне записывала по дороге. Это было просто чудо. Такое путешествие интересное. Видно было, как меняется природа, какие там появляются достопримечательности новые. Но это было просто супер. Дальше. Вот такое средство покажу, но не открою. Тоже от Mary Kay. Вот такая подарочная коробочка. Я ее, как, ну, наверное, применю куда-нибудь. Видите, тут написано, подарочная коробка маленькая. 14 сантиметров на 14 и на 9. Она собирается, нижняя часть. И вот это, я так понимаю, крышка с бантиком. Поэтому я кому-нибудь, может быть, тоже применю как подарок. Оксан, спасибо. Такое приятное прямо средство. Класс. Не знаю, куда, правда, ставить уже. Хочется ничего не закрывать, но это не получается. Давайте так чуть-чуть отъедем. Вот. Так. Вот что я вам покажу. Это магнитик. Кубань. Это наша Оксана. Она у нас кубаночка. Ну, это, соответственно, ее муж Женя. Вот такая красота. Ко мне приехала. Давайте будет здесь висеть с нами. Вот так. Видно? Вот так видно. Вот такое чудо ко мне приехало. Вот такое чудо с усами. Это носочки. Женские носки с фотопринтом. Универсальный размер. Вот такой. Он даже... Посмотрите, какое чудо. Оно с лапками, это чудо. Вообще просто класс. Давайте откроем, посмотрим. А нет, у меня ножниц нет. Не открою, а тут я боюсь повредить. Столько... Фу, зубами. Открыла? Вот они какие. Посмотрите, какая прелесть. Вот такой рыжик. И вот такие они сзади. То есть они без пятки идут. Вот так вот можно спереди. То есть он у вас, получается, будет вот так вот лежать на ножках. Ну, красота вообще. Очень прям как подарок, шикарно вообще. Вот такой котеночек. Видно? Видно. Так. Вот ко мне что еще приехало. Вы знаете, что это?
Это такая штука классная. Так, сейчас я ее сложу. Коробку я уберу. Не буду уже светить коробку. Я ее в стороночку положу. Это магнитная палетка. Вот такая. Мне прошлый раз Оксана присылала тени от Mary Kay. И они у меня так в рефиле и находятся. А теперь посмотрите-ка. Здесь зеркало. Оно сейчас еще за пленочкой. Я не буду ее открывать. И вот такие три магнитные, ну, как сказать, емкости для рефилов. Очень удобно, видите, как вынимать этот рефил можно. Вот такие вот ножки, да. Сюда можно кисти класть, сюда спонж, сюда тушь. Хорошо ложится Mary Kay-евская. Вообще просто чудо. Вот такая вот шикарная палетка. Я положу сюда те тени, которые мне Оксана присылала. Сюда положу пудру, которая ко мне сегодня приехала. А сюда я тоже найду, чего положить. В какой-нибудь косметичке месяца она у меня уже будет мелькать. Поэтому увидите. Так, давайте вот так будет с нами стоять. Вообще очень рада. Так, мужу моему Оксана прислала вот такой крем Nivea Men, крем для лица 75 мл. Вы знаете, что меня поразило до глубины просто души, что обычный крем от Nivea, он имеет вот обычный косметический аромат, такой, знаете, как вот в 80-х годах он так пах, и сегодня он так же пахнет, ну вот стандартная Nivea, она все года пахнет одинаково. Мужской он идет парфюмированный. Крем для лица создан специально для мужской кожи. Nivea Men. Тут не написано, что парфюмированный. Он так вкусно пахнет. Тут была пленка. Муж, когда мы получили посылку, муж как раз там побрился, выходит, а я ему, ну, я Максимка отнес этот крем. Говорит, папа, тебе тоже подарок. И он сразу нанес его на лицо. Так, говорит, понравился. В общем, прям вообще классный. После бритья самое то. И аромат парфюма. Прямо приятного мужского парфюма. У меня, говорит, ощущение, что я каким-то нежным лосьоном еще вот, ну, как подушился, нанес на себя. В общем, Оксана, ну, ты сама слышала. Мой муж Денис, он ей говорил уже большое спасибо. Прямо когда мы с ней болтали. Дальше. Кто помнит Оксанину прошлую посылку, она мне присылала вот такой крем для рук в форме банана. Вот такое чудо. Берегу, но пользуюсь. В этот раз ко мне приехал еще один банан. Вы посмотрите, какое чудо. Такая прелесть. Называется «Банановый рай». Бальзам для губ. Защита и блеск. Он идет еще на вот такой подвесочке. Я хотела положить в запасы, но мне так хочется его открыть. Давайте вместе открывать и смотреть. Класснючий какой. Он прям просится в руки. Как бы жалко не было, но косметические продукты долго хранить нельзя. Вот такая красивая, конечно, упаковочка. Вот такое чудо. Вообще прелесть. Давайте смотреть. И тоже, видите, как написано? Как на том бананчике, так и на этом. Вот он какой. Если нажимать, надеюсь, не выпрыгнет. Ай-яй-яй-яй. Вот он появился. Да, вкусно пахнет бананчиком. Вот такая прелесть. Можно вообще на ключах носить. Как бы такой вариант. Постоянно под рукой будет бальзам. А еще лучше. Вот у меня в сумке лежит крем для рук. Смотрите, какая прелесть. Да, вот. Банана так и банана так. Вот видите, написано, как они вообще прям идентичные.
Вышел, у меня в сумке теперь будет два банана. Был один, теперь два. Оксан, спасибо. Ну, прям красота. Давайте оба положу. Не буду я убирать один. Уж больно они смотрятся классно. Вообще, прям гроздь бананов уже. Так. Где у меня тут еще-то? Вот оно. Вот такая косметичка была тоже с такими двумя сердечками. И она была полная косметики. Ой, вообще красота какая. И давайте я вам еще кое-что сразу же покажу. Точно такая же косметичка, только еще больше. Представляете, это моей сестре. Но мы тоже тут пошуршим. И будет еще кое-что для моего Максимки. Давайте мы, знаете, как сделаем? Я сейчас эту первую часть загружу и сниму вторую часть. И будет так намного-намного интересней. И вы успеете отдохнуть между двумя частями. И мы сейчас будем смотреть во второй части уже косметику. Так что далеко не уходите, оставайтесь со мной. И еще встретимся.